Активисты региона отправили очередную партию гуманитарной помощи участникам специальной военной операции. Это уже третья отправка транзитным большегрузом, который проходит через ряд регионов страны. Сплоченная команда неравнодушных представителей волонтерских организаций отгрузила необходимое оборудование, строительные скобы, маскировочные сети, окопные свечи, теплую одежду и постельное белье. К отправке также подготовили больше 100 коробок с конфетами и сгущенным молоком. Сложилась очень удачная, удобная логистическая схема по доставке гуманитарного груза в Белгород. Оттуда с помощью волонтеров гуманитарный груз доставляется прямо на линию фронта, где наши военнослужащие. Помимо этого, продукты питания для пожилых людей, многодетных семей, тех, кто сейчас остался в трудной жизненной ситуации. Хотим сказать большое спасибо, что у нас есть такая возможность отправить частичку тепла, частичку поддержку нашу моральную нашим ребятам. И ждем всех с победой домой.